Друзья, здравствуйте! С вами Лохматая Душа. Ребята, я не знаю, что сказать. Слезы просто, потому что я понимаю, всем трудно. Но приют умирает, понимаете? Просто умирает от того, что нам нечего есть. Я не знаю, какие слова найти, чтобы обратиться. Люди, все мы люди. Никто от голода не умирает, а приюты умирают. И я прошу, если у вас есть сердце, пожалуйста, не пожалейте 100 рублей для приюта. Разве можно, ребята, оставаться равнодушным, когда им нечего есть? Ну скажите, разве можно? Как мне достучаться до вас? Ну как? Ребят, у нас много истощенных, найденных под завалами, в ямах, где угодно. Малыши, которые нуждаются в операции. Мы делаем ролики, я выпускаю, объясняю, что этот малыш нуждается в вашей помощи. А мне в ответ больше сотни пожеланий добрых. Вы держитесь, дай Бог вам найти, дай Бог вам вылечить. Держись, все будет хорошо. Ребята, пожеланий много, а помощи ноль. Скажите, как я могу спасти малыша и сделать ему операцию, если помощь остановилась, если за спиной еще 2500? Скажите, ребята, если перекрыли все каналы, если перекрыли все переводы, что делать? Друзья, мы пытаемся делать хорошие ролики. Привет из дома. А тех, кого пристроили с вашей помощью, друзья. Потому что благодаря вам мы им сделали операцию, мы их вырастили, привили и нашли им семьи. Благодаря вашей поддержке и помощи. Друзья, это замечательные, чудесные ролики. Но, понимаете, я бы рада каждый день веселить вас и рассказывать только о хорошем. Но что мне делать, если у нас нет ни спонсора, город не помогает, администрация не помогает, у нас никакой помощи, кроме вас, нет. Ну, действительно, нет. Огромный приют, самый огромный на всю Московскую область и, может быть, даже страну, я не знаю. Но скажите, пожалуйста, как выжить, на каком энтузиазме, какими силами, ребят? Я ведь у вас немного прошу, хоть по 100 рублей, потому что очень много комментариев. Держитесь, мы с вами. А помощь отписываются единицы. Ребята, мы собрали за 3 дня всего 28 тысяч. Вы представляете, что какая-то сумма на приют 2500 собак? Что это такое и как? Как я могу на 28 тысяч накормить 2500 собак? 3 дня? Вот за 3 дня была такая сумма. Я не знаю, мои хорошие, я не знаю. Oh, my God.
Thank you.